всегда ведь люди, они сначала доставляют неудобства. Ну, изначально, да, бывают моменты сложные, притирки, но затем в конце, ну а как, без этого диалога, ну, не получилось бы ничего. Ну, конечно. Тесное взаимодействие с жителями – залог успеха любого ремонта общедомового имущества. Именно такой позиции в последнее время придерживаются муниципальные власти. В этом году губернаторская программа «Мой подъезд» видно была реализована в нескольких многоэтажках. Такие подъезды стали новым эталоном. Здесь абсолютно другой подход к реконструкции. Результат, который получился, я считаю его достойным. Вот если оценивать, да, я считаю, что мы справились с этой задачкой. Жители довольны. Понятно, что не всем. Все и все никогда не бывают недовольны, но мы их слышим, вот совместно с управляющей компанией, с подрядной организацией, и мы пытаемся как-то работать в этом направлении, да, улучшать, понятно, что нет предела этого совершенства, но мы будем идти именно этим путем. С примерами реализации программы софинансирования ознакомился депутат Московской областной думы Владимир Жук. Он посетил два адреса – Советский проезд 15 и Строительную 29. Здесь буквально пару месяцев назад завершился ремонт подъездов. Из года в год качество ремонтов улучшается. Это заметно и по реакции жителей, и по управляющей компании. Видно, что программа уже вошла прочно в жизнь. И из года в год она будет набирать обороты и не остановится до тех пор, пока последний подъезд не будет отремонтирован. В подъездах заменили напольное покрытие, покрасили стены, поменяли почтовые ящики, электропроводку, пожарную сигнализацию. В общем-то, выполнили полный перечень пунктов губернаторской программы. Теперь важно сохранить всю эту красоту. Задача лежит на управляющей компании. Приятно работать и жить, тем более в таких подъездах. Соответственно, мы можем отрабатывать на 100% и содержать такую красоту, тем более вы видите здесь, настолько все качественно сделано, что даже вот сколько уже несколько месяцев прошло, здесь никаких вандальских действий не совершено. Но не только в силах управляющей компании поддержание порядка в подъездах. Его чистота напрямую зависит от самих жителей. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.